Здравствуйте! Сегодня будем вязать носочки для новорожденного. Один носочек для образца я уже связала. Сейчас я вам покажу, как связать второй носочек. Стопа новорожденного составляет 7-8 сантиметров. Я же связала 10 сантиметров. Так как на голую ножку мы не одеваем, поэтому нужно связать немножко побольше. Также я вам покажу, как убавить на пяточки петельки красиво, чтобы получилась такая красивая косичка, а петельки, которые мы убавляли, стояли ровненько, вот так, спрятанные были за косичку. Также я вам покажу, что нужно сделать, чтобы не было тут такого объема большого, а плавно переходил носочек. Так вот, красиво. Это вот с одной стороны вот так выглядит, это с другой. Давайте приступим. Свяжем второй носочек с вами. Я буду вязать нитками Ализе Baby Saccharine. Здесь в 100 граммах 320 метров. Стопроцентный акрил. Это детская гипоаллергенная пряжа. Я буду вязать в два сложения. Берем спицы 3 миллиметра. Нам понадобится 5 спиц. Отмеряем ниточку нужной длины. Я отмерила 100 сантиметров. Для вашего удобства я даже смерила. Набираем на спицы 32 петли. Вот на 2 спицы. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 петли. Ниточки у меня оказалось много, поэтому возьмите поменьше. Сантиметр, так, 20. Ну, 40 у меня осталось, так что 60 сантиметров отмеряйте. Одну спицу убираем. И распределяем на спицы, на 4 спицы, по 8 петель на каждую. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. На одну отмерили. Вторую спицу берем. Также 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На вторую отмерили. Третью спицу берем. Также отмеряем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И на четвертой тоже должно 8 петель остаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Будем вязать по кругу. Посмотрите, чтобы у нас не перекручен ряд оказался. Вот косичка должна идти по кругу. Вот так ровненько. Теперь с правой стороны должна оказаться у нас ниточка, а с левой сейчас будем вязать носочек наш. Будем вязать резинкой 2 на 2. Вот 2 лицевые, 2 изнаночные. В
берем ниточка, которая от клубка, и с первой петли начинаем вязать лицевые, 2 лицевые, 2 изнаночные. Я вяжу классическим способом, 2 лицевые провязали, 2 изнаночные, снова 2 лицевые, 2 изнаночные. Первую спицу мы закончили, вторую. Закончили двумя изнаночными, значит, начинаем вязать 2 лицевые. Две лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Третья спица, начинаем. Также мы закончили 2 изнаночные, значит, начинаем 2 лицевые. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Четвертая спица. Также смотрим, закончили 2 изнаночные, значит, круг начинаем, спицу с 2 лицевыми. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Все, мы закончили 2 изнаночными. По кругу у нас продолжение будет начинаться вот 2 лицевые. Все, круг мы завершили. И так нам надо будет провязать 20 рядов. Я вам помогу начать одну спицу, а дальше вы провяжете по кругу. Вместе с этим рядом должно у нас получиться длина 20 рядов. Также классическим вяжем. Ну, я вот вяжу вот снизу, захватываю лицевую и провязываю. Как провязать тут изнаночную? Изнаночную мы вяжем за заднюю стеночку. Если вы будете вязать за переднюю стеночку, то у вас на заднем полотне будут перекручены петельки. Это тоже красиво, но учитывайте при вязании второго носочка, чтобы вы вязали одинаково. Если вы вяжете перекрученными этими петельками, значит, второй тоже вяжете перекрученными. Я связала не перекрученные, значит, продолжаю вязать не перекрученные петельки. Изнаночная, значит, я должна захватывать за заднюю стеночку и провязывать. Тогда на обороте у нас будут лицевые выглядеть не перевернутые. И так по кругу все вяжите. Вяжите 20 рядов и встречаемся. И вот мы провязали резиночку 20 рядов. Теперь нам нужно перейти на лицевые, на одни лицевые. Но на каждой спице мы должны убавить по одной петельке. Прямо на каждой спице по одной петельке. Как мы это делаем? 2 лицевые провязываем, 2 изнаночные мы убавим. Но их нужно перевернуть, чтобы лицевые, мы будем провязывать эти изнаночные лицевой. Поэтому, чтобы они одна петелька спряталась друг за друга, мы эти петельки перевернули. Вот. Теперь лицевые на одном уровне. И заканчиваем
спицу нашу, эту первую, лицевыми. Все петли лицевые. Вторая спица. Тоже все лицевые. Изнаночные мы переворачиваем. Вот так вот берем. И возвращаем. И провязываем лицевой за передние стеночки. Вот. И до конца тоже провязываем лицевой. Третья спица то же самое. Тоже все лицевые. Убавляем изнаночные одну петельку и до конца спицы провязываем все лицевые, изнаночные тоже лицевые. Четвертая последняя спица то же самое, убавить одну петельку, изнаночные перевернуть. Провязать. Почему мы убавляли по одной петельке? С резиночки мы переходим на лицевые петли, поэтому расширится у нас изделие, носочек. Поэтому мы убавили по одной петельке. Ну и для вот здесь вот для скоса у нас тоже нужно. Но для скоса мы еще будем убавлять еще две петельки. И так провязываем по кругу 10 рядов. И вот мы провязали с вами после резиночки 10 рядов лицевой глади по кругу. Теперь будем вывязывать пяточку, высоту пяточки. Вот она, высота пяточки. Что нам нужно сделать? Нам нужно вот на двух спицах мы будем вывязывать высоту пяточки, но с этих крайних спиц мы должны перекинуть на эти спицы по одной петельке. Это для уменьшения объема, чтобы вот здесь уменьшился объем, а ушел как на пяточку. Вот где хвостик ниточки остался, вот отсюда мы перекидываем петельку на спицу. Вот это одна у нас спица для пяточки, вот вторая. Значит, вот с этой спицы мы должны взять одну петельку, перекинуть. И считаем 8 петелек. И тут 3, 6, 7, 8 петелек. Итого 16 петелек для пяточки у нас будет. Теперь нам нужно провязать 6 рядов высоту пяточки. На двух спицах только вяжем. Это первый ряд. Сейчас мы провязываем лицевыми. Первый ряд провязали, первую спицу, простите, провязали, вяжем вторую спицу. Последнюю вяжем изнаночной. Мы провязали с вами первый ряд пяточки, вяжем второй ряд. Первую петельку снимаем и далее две спицы вяжем изнаночными. Это второй ряд у нас.
Второй ряд провязали, разворачиваем, вяжем третий ряд. Третий ряд лицевой у нас тут. Первую петельку снимаем и провязываем 2 спицы, третий ряд. Последняя изнаночной. Разворачиваем. Вяжем изнаночными четвертый ряд. Первую петельку снимаем. И далее вяжем 2 спицы изнаночными. С вами провязали 4 ряда, разворачиваем, вяжем 5 ряд, первую петельку снимаем, лицевой ряд это, лицевыми. И последний, шестой ряд. Также первую петельку снимаем и провязываем 2 спицы шестого ряда. Вот мы с вами провязали высоту пяточки. Вот она у нас. Вот. 6 рядов. Вот у нас высота пяточки. Теперь будем закруглять пяточку. Вот, вот мы высоту провязали. Теперь надо нам закруглить. Для этого мы вот эти вот 2 спицы, которые мы не вязали, вот эта вот пяточка, а вот эти вот 2 спицы, которые мы не провязывали, переносим с, петельки на одну спицу. Все, пересняли. Теперь займемся пяточкой. На 2 спицах у нас 16 петель. Нам нужно разделить на 3. Это получается по 5 петель на каждой, на 3 спицах, но одна остается. С краев должно быть одинаковое количество петель, а остатки петелька переносится на среднюю. Поэтому с краев оставляем по 5, средняя 6 и крайняя снова 5. 5 петель мы провязываем, первую петельку снимаем, далее провязываем 2, 3, 4, 5. Все. 5 петель у нас с краю мы оставили.
Теперь на средней должно быть у нас 6 петель. Мы отсюда забираем еще 3 петельки. Вот 3 есть у нас. 4, 5, 6. Все петельки на одном уровне. И 5 с краю остается на крайней. Вот эти боковые спицы, петельки с боковых спиц мы будем убавлять. Чтобы они прятались красиво за вот эти вот петельки, которые мы не будем убавлять, будем только крайние убавлять. Нужно вот эту петельку разворачивать. Вот эту петельку берем, так вот, и просто меняем местами. Развернули мы ее, все, развернули. Эту петельку мы переносим на эту спицу среднюю, и теперь провязываем их вместе. Все, провязали. Видите, у нас спряталась петелька. Теперь довязываем до последней. До последней довязали. И теперь мы должны убавить с крайней. Эти петельки мы не разворачиваем, они у нас стоят правильно. Просто перекидываем с этой спицы сюда и провязываем 2 вместе. Вот провязываем 2 вместе, и уже вот эта крайняя боковая петелька у нас спряталась за эту петельку. Так получается красивая дорожка. Теперь нам нужно развернуть, ниточку перекинуть, как для вязания, и провязать изнаночный ряд до конца, не убавляя. Но чтобы тут у нас косичка получилась, нам эту петельку перекинуть нужно ниточку, как развернуть. Вот так вот. Берете и ниточку перекидываете за петельку, чтобы тут косичка была у нас. И вяжете изнаночными до конца ряда. Провязали изнаночными до конца ряда, развернули. Ниточку убираем, как при вязании. Теперь нам нужно снова убавить. На эту петельку, значит, снова мы разворачиваем, переворачиваем, перевернули, из боковой перекидываем на среднюю спицу, петельку перекидываем и провязываем 2 вместе. Провязали 2 вместе. У нас снова петелька ушла как за вот эту петельку, спряталась. И снова провязываем до последней. Вот у нас последняя осталась. Теперь мы ее не провязываем, а просто так, ее нам нужно развернуть. Видите, она у нас как ее разворачиваем, чтобы косичка получилась. И перекидываем на эту спицу, на боковую. И провязываем 2 вместе. Вот, получилась косичка, видите? Развернули мы ее.
Все. Разворачиваем снова вязание. Ниточку перекидываем назад. И теперь нам снова нужно развернуть петельку. Перекинуть ниточку за петельку. Так, перекинули, чтобы получалась тут косичка. И вяжем изнаночные, все изнаночные до конца ряда. Провязали. Снова разворачиваем. Ниточку перекидываем, как при вязании. Петельку разворачиваем. С этой спицы петельку забираем и провязываем 2 вместе. Провязали 2 вместе и до последней петельки вяжем лицевыми. Последнюю мы, вот видите, она у нас как тоже ее нужно развернуть. Значит, мы ее снизу захватываем, как разворачиваем. И с этой спицы перекидываем на эту спицу и провязываем 2 вместе. Провязали. Разворачиваем, ниточку перекидываем, тут тоже перекидываем ниточку, чтобы у нас не перевернуто тут было, и изнаночными до конца ряда. Провязали, опять разворачиваем, ниточку отводим назад, петельку разворачиваем, с боковой спицы петельку перекидываем, провязываем 2 вместе. Провязали 2 вместе. И до последней петельки провязываем лицевыми. Эту петельку нам тоже нужно развернуть. Вот она у нас как стоит. Значит, разворачиваем. Перекидываем на боковую спицу. И провязываем лицевой так сверху. Вот. 2 вместе мы провязали. Снова разворачиваем. Тут ниточку перекидываем, чтобы перекрученный край не был. И до конца вяжем изнаночными. Разворачиваем. Петельку переворачиваем. И уже у нас последняя петелька тут сбоку осталась. Провязываем вместе. И до последней петельки вяжем лицевыми. Вот у нас последнюю петельку разворачиваем, перекидываем на крайнюю спицу и провязываем 2 вместе.
Все. Вывязывание пяточки у нас закончилось. Вот у нас образовались. Следите, чтобы петельки не перевернутые были. Вот они, косички у нас какие получились красивые. Вот так вот. Вот. Красота. На этом вывязывание пяточки у нас закончилось. Самое сложное мы прошли. Теперь нам нужно петельки собрать в круг. Вот на этих двух спицах, на этой одной спице, когда мы собрали, у нас получилось 12 петель. Мы когда разделим на две спицы, у нас получится по 6 петель. Мы так и оставим. А здесь сделаем по 7 петель. Таким образом у нас еще убавится по петельке. С краев собираем петельки. Все собираем, чтобы дырок не было. Тут все. Так, нет, нормально. И с этого краю также. С крайней. Не с этого краю, а как с изнанки собирайте. И считаем в итоге, что у нас получилось. Вот тут 6 петель. Нам нужно 7 сделать. Вот еще одну петельку провязываем. Получается 7. Теперь тут 4. И тут 5. В итоге получается 9. Значит, 2 нам нужно убавить. Мы один раз с этого боку убавим, один раз с этого боку убавим. Также продолжаем вот этой спицей провязывать. Тут одну убавим. Так вот. А далее довяжем вот эти две петельки. Чтобы больших дырок не получилось, мы как перекрестим эту петельку. Перевернем. Так вот провяжем, чтоб дырок не получилось. Теперь на эту спицу мы 6 петель оставляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оставили. И снова провязываем 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, две спицы мы сформировали. Теперь нам нужно с этого боку убавить по одну петельку. Сразу с краю не будем убавлять, чтобы дырки не образовалось. Вначале одну провяжем. Так же, как ее перекрутить, перекрестить. Так вот, перевернули мы ее, чтобы дырки не было. Одну провязали, а две вместе сделаем. Так, две вместе провяжем. Вот у нас уже на этой спице две петельки. И отсчитываем 7 петелек. Вот 2, 3, 4. И с этой спицы забираем. 5, 6, 7.
И с этой тоже должно остаться 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель. Далее начинаем, вот начиная отсюда отсчет, мы вяжем по кругу 11 рядов просто лицевыми петлями. Как вот здесь мы вязали 10 рядов, только здесь мы вяжем по кругу 11 рядов лицевой гладью. И вот мы провязали с вами носочек от пяточки еще 11 рядов. Теперь нам нужно закруглить носочек. Вот, закруглить. Тоже такие красивые полосочки будут образовываться. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Мы закончили с вами ряд от пяточки. Теперь начинаем убавление с этой стороны. Берем петельку, забираем снизу, и с этой спицы, с правой которой, перекидываем на левую спицу. Перекинули и убавляем. Вот, захватываем эту петельку и протягиваем через петельку с левой стороны. Вот таким образом у нас петелька тоже будет прятаться за эту петельку, а тут будет идти косичка. И так будем делать в каждом ряду с каждой спицы. Дальше мы провязываем до конца ряда все петельки. Провязали. С этой спицы также убавки мы будем делать. Спицы захватываем петельку снизу. Вот, подготовили петельку. А с правой спицы перекидываем на левую. Перекинули. И вот этой через эту петельку мы проводим петельку с правой спицы, которую сняли. Снова до конца ряда провязываем лицевыми. Провязали. С каждой спицы все манипуляции одинаковые, с каждой спицы. Снизу спицу провели в петельку, с правой спицы на левую перекинули петельку и протягиваем через петельку. Вот таким образом делаются убавки. Это будет в каждом ряду, с каждой спицы. Ну, вот так то же самое. Перекинули, протянули. Мы закончили ряд. Теперь начинаем все то же самое. Второй ряд мы начинаем убавок. Так до конца, до 4 петель, пока на спице не останется по одной петле.
Вот мы довязали до последних петелек. На каждой спице остается по одной петельке. И теперь мы будем эти петельки соединять в одну. Переносим наши петельки все на одну спицу. Все 4. Ниточку так вот перевернем, чтобы красиво потом получилось, когда вместе их убавим. Вот, и теперь все 4 петельки мы провязать должны как одну, убавить так. Можете крючком сделать, можете спицей, как получится. Ниточку обрезаем. И прячем. Вот как под косичку крючок заводите и протягиваете ниточку. Подтягиваете посильнее, чтобы как закругленность тут была. Вот. А теперь за одну сторону косички берете, хвостик захватываете и делаете петельку, чтобы у нас не убежало это, не распустилось тут. Все, а теперь под косичку, вот, ну, за одну сторону вот так протягиваете ниточку. Прячьте. Все, можно обрезать. Все, мы спрятали. Теперь у нас тут осталось еще. Делаем покороче. И тоже прячем вдоль косички. Тут у нас не распустится, можно узелок не делать. Просто провести как вдоль косички хвостик, протянуть. И тоже обрезаем. Все, наш второй носочек готов. Мы их удлиненные сделали, чтобы можно загибом вот как здесь вот носить носочки. А можно расправленные, как удобно будет. Вяжите, учитесь.